Зачем взрослым компьютерные игры? Ну, потому что им было скучно. Ну, захотелось играть. Зачем? Взрослым людям. Ну, например, потусоваться. Посмотреть, как развлекается молодежь. Чтобы нервы успокаивать. Чтобы... Ну, вообще, взрослые люди – это те, которые, наверное, без работы или что-то такое. Потому что обычные люди в этом не будут играть. Я же говорю, чтобы отдохнуть. Или, может, им самим интересно. У них надо спрашивать. Ну, чтобы снимать видеоблог, какую они игру посмотрели, и сказать, какую они игру больше любят. Ну, например, Майнкрафт, она популярная игра. Мне она не очень нравится. Там только всякие... Чтобы не скучать, потому что люди целый день скучную работу делают. Я считаю, что взрослые не играют в компьютерные игры. Я вот, например, видела в магазине охранника. Я ехала на эскалаторе с подругой. Он там играл в Майнкрафт. В креатив. Там был в кадре Крипер и еще кто-то. Потому что не хотят, чтобы дети заблокировали компьютер.